Задача по мобилизации граждан, поставленная Министерством обороны Республики Татарстан, выполнена. Так в октябре прошлого года отчитывался президент Рустам Миниханов. Уже через несколько месяцев мобилизованные из Татарстана записывали вот такие видео с фронта в Украине, рассказывая, как их отправляют на штурмы без подготовки. Мы здесь как расходный материал. Их девиз – воюем до последнего солдата, а потом пришлют новых. Власти Татарстана не озвучивали, сколько людей было мобилизовано в республике. Эксперты предполагают, что на войну отправили около 10 тысяч человек. Все нерусские народы в России – это второсортные. Мы просто для русской империи удобрение. Очень много в процентном соотношении против Украины воюют именно нерусские народы. Недавно президент республики Миниханов поручил создать комфортные условия в военкоматах Татарстана. Но народ республики с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину протестует против агрессии Москвы. Это абсолютно преступная колониальная война против суверенной Украины. Об этом нужно помнить. И нельзя забывать о собственной истории татарам, да, о том, что мы тоже колонизированный народ. У нас есть точка отсчета, это 1552 год, взятие Казани, очень трагичная дата, которую каждый татарин знает. Это дата, когда московский царь Иван Грозный положил конец существованию Казанского ханства как самостоятельного государства, взяв Казань. Правда, удалось ему это с пятого раза. После этого ему 3 дня расчищали дорогу от трупов вот к главному ханскому дворцу. И хроникеры пишут, что несколько дней река Казанка, которая протекает по Казани, была обогрена алым цветом. Вот это храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, который возвела Москва. Он десятки раз подвергался вандализму со стороны местных. Каждый год в Татарстане проходит День памяти, когда Казань потеряла свою государственность. В Казани есть несколько памятников, посвященных московским царям, но ни одного казанскому хану. Для Москвы период независимости Казани стал неудобной историей, которую она стала переписывать. С этого момента начинается, во-первых, насильственная христианизация татар. Вот, очень многие были или выселены за пределы Казани. Все те почти 500 лет, которые Татарстан пребывает под властью Москвы, она ведет жесткую колониальную политику. Российская империя, СССР, Российская Федерация действуют одинаково. Вырезается вся интеллигенция, уничтожается, в общем-то, наследие духовное, запрещается ислам. Голодомор, опять-таки, по-волжски, про который Москва, естественно, как и про украинские и казахские голодоморы, не любит вспоминать. После распада Советского Союза у Татарстана был шанс вернуть независимость. В октябре 1991 года приняли постановление акта государственной независимости Республики Татарстан. В марте 1992 прошел референдум, на котором больше 60% голосовавших высказались за суверенное государство. Конституционный суд России объявил референдум незаконным. Тогда же Татарстан оказался одной из двух республик, которая отказалась подписывать новый федеративный договор с Москвой. Второй была Чечня. Ее Москва сделала показательным примером. В 1994 году фоном является первое российское вторжение в Чечню. И Татарстан соглашается заключить федеральный договор с Москвой. Скорее всего, да, это было вызвано также страхом, что Татарстан будет следующей на очереди, и Москва придет бомбить Казань. Татарстану все-таки удалось выторговать лучшие по сравнению с другими республиками условия у Москвы. В 1994-м они подписали договор о разграничении полномочий между федеральным центром и регионом. Татарстан получил широкую автономию, которой не было у других. Например, получил контроль над всеми экономическими активами региона, в частности, нефтедобывающей отраслью. Нефть – основной ресурс региона. Татарстан – это самая богатейшая республика из всех субъектов Российской Федерации. Но после прихода Путина руководство Татарстана поставили на колени. Получается, мы в последнее время отчисляем центральный московский бюджет, федеральный бюджет, 870 миллиардов рублей. Это очень большая сумма.
Путин закрутил гайки децентрализации. Уже в 2007 году договор об особом статусе стали игнорировать, и Татарстан потерял большинство привилегий. В 2017-м, когда срок действия договора о разграничении полномочий истек, Кремль просто отказался его продлевать. Через год в Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка. Там нашелся комитет русскоговорящих родителей, который требовал прекратить ущемление русскоговорящих учеников. Сейчас ничего этого нет. Сейчас ни ЕГЭ невозможно сдавать, на татарском учиться невозможно. То есть обнуливает вообще возможность получения образования на татарском языке. Путин куда как хуже, чем советский режим, между прочим. Ну, наверное, как сталинский. Ныне в Татарстане подъем движений за независимость республики. И Татарстан должен обязательно первым заявить о своем выходе из состава так называемой Российской Федерации. Должно быть полное освобождение с татарским языком в Татарстане, независимость татар. Татары – члены Лиги свободных наций, организации, которую создали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Лига объединяет коренные народы Российской Федерации, которые выступают за право на самоопределение, выход из Российской Федерации и создание независимых государств – бурят, калмыков, башкиров и других. Анжелика Брушневская, Кирилл Гичко для телеканала «Freedom».